Так, нас приветствуют. И это хорошо. И это хорошо. А пока. А пока. Ехать еще долго. Время, можно сказать, 12:58. Я остановился на заправочке. Надо примерно через каждые 2 часа передыхать. Потому что все-таки долго сидеть, как я уже опять-таки. Исследуя лимфатическую систему, говорил, что она портится от сидения. А тем более долгого сидения. Вот почему у водителей начинаются проблемы с венами нижних ног. Камера на 90. Геморрой и так далее. То есть профессиональное заболевание. Дело пошло к тому, что неестественная жизнь порождает профессиональное заболевание. Ну и как, я думаю, так несколько лучше будет. Не такая засветка будет на камеру. И остановился, чтобы время зря не тратить. Я решил почитать ваши ответы. Там, почему не получается? Вот почему не получается? Что там такое? Ответы там разные. Камера на 90, 500 метров. И доказательная, говорят, а доказательная медицина, что прежде чем что-то там внедрять, и это, а не то, что там керосин вы там вот пьете, там рекомендуете, керосин там, осину и все такое. Вы знаете, я вот такой человек, не хочу сказать, что я сомневаюсь, но хочу сначала вот, знаете, так сказать, лейтмотив поставить. В конце концов, вот что бы мы ни делали, конечный результат говорит о том, вы разбираетесь в этом вопросе, вы специалист в этом вопросе, вы действительно что-то достигли в этом вопросе, вот, или в этой теме, вот, будем говорить, для себя там. А то можно говорить о богатстве, можно говорить о здоровье, можно говорить о силе, можно говорить о чем угодно. Но в этом деле не достичь этого. И вот к чему я говорю. Что конечный результат определяет, прав кто-то или он не прав. И вот у меня хорошая, вернее, не у меня хорошая мысль, а я хорошую мысль прочитал, когда что там рассказывал про соду и онкологию. На 90. Что? 400 метров. 100 лет исследования онкологии. То есть это уже, ну, хорошая, так это научная база там, научная, как. То есть это не средневековье, это не 18, не 19 век, и где только начинали микроскопом пользоваться. Это уже серьезные научные приборы, исследования и ну и все остальное, будем говорить. Вот серьезная научная база, казалось бы. И вот мысль, которую я вам озвучил, 100 лет исследуют онкологию и ищут способ, как от нее избавиться. И в результате вот они, свежачки у нас идут один за другим, такая тик-тик-тик-тик-тик-тик. И в основном практика показывает, в основном, что вот после того, как человек обратился, в официальную медицину было получено там лечение, которое на 90, в среднем продлевает жизнь человеку, если это излечение считается, на 5 лет. На 5 лет. И вот мой как раз знакомый, который лечился и потом повторный рецидив, он
обратился к врачу, и тот ему ответил. Это я уже достоверно знаю. А ну что ж ты хочешь? Вот, вот и так прошло, смотри, сколько времени. Ну и все, его не стало. То есть какая-то доказательная база, какие-то, значит, вот эти вот громоздятся, вот эти вот научные, вот это вот, вот это обоснование. Но результат, где результат? Где результат? Особенно, что касается онкологии. И самое плохое, это вот тем, которые говорят, доказательная база, ты такой-сякой, керосин, там, сода и так далее, и тому подобное, что человека лечили-лечили, а потом вот так вот расписались в собственном этом неумении, в собственном бессилии и сказали, ну вот, кто-то там боролся, но не доборолся. И при этом деньги еще забрали. Это услуга. Если так вот говорить, услуга. Человек заплатил деньги за услугу. Услуга оказалась некачественная. Тем более человек умер. Отдайте деньги родственникам. Давайте быть вот справедливыми. Либо не беритесь, либо... Значит, какую-то гарантию там говорите, насколько там. А то ничего не говорится, никак не говорится, все там сказалось. Поэтому критерии всего – это конечный результат. Конечного результата, тот, который бы хотелся, нету. Нету. И этого результата, если не использовать свою собственную голову, не думать, вот от чего это, опять-таки вот я сравниваю это вот с машиной. Вот человек ведет машину, как угодно, по кочкам, там еще как-то там проскакал, там подвеска у него разболталась, все там расхлебалось, все там что-то там на грани отвала. Он приезжает в мастерскую, как правило, автомеханик не интересуется, как ты там ездил, почему это у тебя там отвалилось. Он сразу берется, ага, то-то, 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 то-то сделал, потому что пришел человек с проблемой ремонта, и он ему ремонтирует, это его заработок, это его деньги. И зачем ему там искать какие-то причины, говорит. Он, возможно, начнет ездить лучше, более аккуратнее, и тогда реже к нему будут обращаться. Так точно и медицина. Никто там не спрашивает, а как ты там думаешь, как ты там питаешься, как ты ходишь в туалет, а какая жизненные условия у тебя, как там с работой. То есть любое заболевание имеет причину. Нет. Это неинтересно. Сразу начинают, ага, вот анализы сдали, да, то-то, 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 мы, значит, лечим. И здесь я даже не хочу сказать, что медицина неправа. А вот народная медицина, что вот-вот, мол, она. То же самое творится и в народной медицине. Если человек не понимает, от чего он болеет, и будем говорить, а я вот справляюсь там народными способами, вот как я вам показал про керосин, женщина там рассказывала, что я вот и семью пользую там керосином, чтобы там не болеть, или когда заболели, я вот себя там вытягиваю. Позвольте, а как вы попали в это состояние болезни? Что оно само по себе возникло? Нет. Я уже рассказывал на примере собственной дочери, когда у нее были прыщи по спине. Говорю, так, почисть кровь керосином. Она пропила, сказала, о, смотри, как хорошо. То есть я это подчеркиваю, о, как хорошо, все. А теперь я говорю,
перестань есть чипсы, перестань пить воду сладкую, для того, чтобы ты не превратилась в керосиновую лампу, постоянно ее хлебающую. Я вот перед вами сижу, я прошел там питание, голодание, уринотерапию, закаливание, там, сейчас вот и до этого тягал, и сейчас там тягаю. То есть я это все прошел для себя, чтобы познать, насколько это все работает. И убедился в том, что если ты ведешь вот срединный образ жизни, никуда там, понимаете, действительно вовремя ложишься спать, умеренно ешь, так, более-менее нормальную пищу, то тебе не надо каких-то там экстремальных вещей типа керосина, мочи, голодания больших сроков. Тебе не надо там лечение там антибиотиками, там гормонами или еще чем-то, что тебе там назначат. Тебе это абсолютно не надо. Или там, да, употреблять эти самые, как это, биологические эти добавки, биологически активные добавки или еще что-то. То есть тебе не надо. Еще разок, о чем я с вами говорю? Как говорится, врубитесь. Я говорю о том, как разумно работать со своей жизненной силой. Жизненной силы у человека, у каждого свой потенциал индивидуальный. Он может быть больше, он может быть меньше, но если вы с ним работаете грамотно, и вот именно здоровый образ жизни – это как раз вот то, что должно работать именно с жизненной силой, с потенциалом, вы можете остаться гораздо дольше, более моложавым, более здоровым. Или просто-напросто вы можете прожечь его. Да забухайте хорошенько там, в течение года вас не станет. То есть вы можете, жизненная сила и потенциал жизненной силы, он обеспечивает всю работу организма, и в том числе он обеспечит все наши хотелки половые, в еде, в интимной сфере. Все это он обеспечит. Если это нормально, то он продлится, будь здоров. А если это ненормально, то я объедаюсь, что я там напиваюсь, что я там гуляю, не знаю тут просыху и продыху. Естественно, я просто-напросто выжу себе и все. То есть можно себя выжечь. Вот об этом я и толкую. Это что касается здорового образа жизни. А что касается заболеваний, повторю вот эту фразу. Сядьте и крепко подумайте, откуда оно имеет ноги. Откуда? А дальше уже там будете там лечиться или еще что-то там делать. Если вы не понимаете, и вас даже вылечили, как фраза Иисуса Христа, который там исцелил одного там бедолагу возле бассейна. И вроде как он его потом сказал, он меня исцелил в субботу. И он надо, мол, это наказать, убить. Я тут не виноват, что он меня исцелил. Он ему сказал, увидел, что иди и не греши больше, чтобы не было с тобой еще хуже, чем было. Так вот, вот это вот как раз вот услугу, не понимая, оказывает любая медицина. Если человек, не понимая, пришел, принес свою там какую-то проблему, ну вот как народная медицина, так и официальная медицина, она оказывает ему медвежью услугу, переводя простое заболевание в более сложное и трудно исцеляемое. Вот основной мой посыл. Иногда, знаете, приходится говорить, для того, чтобы самому себе
лучше уяснить этот вопрос и уже не пользуясь многими словами, суть выразить в краткости. Вот как это я сделал сейчас, а не тогда, что я там лежал там на том, ехал там еще, рассуждал. Вот это все обкаталось. Это одно. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!